Привет, мои дорогие! С вами Анна Тьмерова. Я к вам с новым мастер-классом. Мы сделаем вот такой вот миленький букетик своими руками. Вы меня очень просили сделать для вас мастер-классы с киндер-сюрпризами, с различными игрушками. И это один из них. Смотрите, делайте вместе со мной. Делитесь этим видео со своими друзьями. Если вам нравится этот мастер-класс и нравится все, что я для вас делаю, обязательно ставьте лайк. Вы меня очень сильно этим поддерживаете. И приступайте. Давайте начинать. Гофрирную бумагу я беру двух оттенков, номер 571 и номер 590. Мне нужна будет органза, я беру два розовых цвета, одну органзу, органза снег, и одна с глиттером, для того, чтобы было эффектнее. Если вдруг у вас нет с глиттером или нет органзы снег, берите одну. Их можно замещать друг с другом. Я же беру два таких варианта. Для декора букета я беру различные бусины, которые подходят по цветовой гамме для моего букета. Они у меня вот такие вот прозрачные, под росу и под жемчуг. Можно взять сиреневые, но сейчас у меня их нет в наличии, поэтому я беру такие. Цветовую гамму ленты я выбираю под цвет самого букета, чтобы это все хорошо сочеталось. Вот такой ярко-розовый и ярко-сиреневый под цвет гофрирной бумаги. Одну широкую ленту шириной 5 сантиметров вот такого светло-коричневого цвета и нежно-сиреневую ленту. Плюс мне нужно будет взять 5 конфет Рафаэлла, 5 киндер-сюрпризов и 5 медвежат. Вот таких милых мишек я выбрала для этого букета. У меня медвежата плюшевые и высотой они у меня 7 сантиметров. Ширина моих мишек 6 сантиметров. И, конечно же, мы берем различные инструменты, которые нам пригодятся в работе. Букет я буду делать на основе. Как ее делать, я уже показывала в одном из видео. Обязательно посмотрите, ссылочку вам оставлю. Теперь я беру каркас и светло-сиреневую ленту. Этой светло-сиреневой лентой я буду обклеивать этот каркас. По самому краю наношу термоклей. И приклеиваю туда ленту. Немножко присбариваю ее так, чтобы она была у нас волнистой. И так сначала я приклеиваю по внешнему кругу. Прямо вдоль проволоки. Сильно вниз не спускаюсь. Мне самое главное, чтобы ленты много было спереди. А эта часть у нас закроется и ее не будет видно. Поэтому здесь мы ленту приклеиваем совсем чуть-чуть. Клей не перегревайте, чтобы он был не слишком горячий. Иначе можно просто обжечься. И так по кругу я обклеиваю каркас лентой. В самом конце я ленту отрезаю немножко длиннее. Конец склеиваю при помощи термоклея. В обратную сторону его склеиваю. И уже этот кончик склеенный я приклеиваю вот таким образом. И так у нас краешек не будет распускаться. Очень аккуратненький, красивый край. Теперь переворачиваю каркас и проклеиваю его полностью с этой стороны. Наношу термоклей и приклеиваю его наизнанку, вовнутрь. И получается вот такой красивый волнистый край. У нас получается вот такой красивый каркас, обклеенный ленточкой. Теперь я беру органзу. И этой органзой мне нужно будет обклеить с внутренней стороны каркас. Для этого беру линеечку и измеряю, какой длины у меня от основы до края каркас. Он у меня 6 сантиметров. Я сделаю так, чтобы он не слишком сильно виднелся. Сделаю 5 сантиметров. Но так как мы будем приклеивать его еще к основе, как минимум 1 сантиметр нужно прибавить. Получается сантиметров примерно 12-13 мы с вами отрезаем органзу. Думаю, здесь одной полоски будет мало. Сделаю две такие полоски и обклею их в круговую по каркасу. Теперь беру органзу, складываю ее пополам и делаю складочки. Степлером фиксирую, так, чтобы это все не распускалось. Делаю достаточно пышный объем, то есть складочек делаем много, так, чтобы у нас сверху между конфетами эта органза хорошо виднелась и закрывала всю основу. И так по самому низу я присбариваю. И то же самое делаю с другой полоской. Теперь я беру каркас и органзу, которую я присборила. По самому краю основы каркаса я буду наносить термоклей. Сюда наношу термоклей и на этот клей я приклеиваю органзу. Очень аккуратненько, прям аккуратненько придавливая пальчиками. Можно помочь себе шпажками или ножницами. Вот так вот я склеиваю органзу в круговую. У меня органза должна быть либо вровень с сизалевой основой, либо чуть-чуть пониже. Приклеила одну органзу и точно так же приклеиваю вторую.
Вот так вот у нас теперь по краю закрыто все органзой. Основу не будет практически видно. И теперь переходим к мишкам и к киндер-сюрпризам. В первую очередь у мишек я снимаю петельки, потому что они будут торчать, и это будет некрасиво. Если мы хотим передать их клиенту и подарить вместе с петельками, просто эти петельки можем зафиксировать к упаковке или к ленточке, к бантику, который будет на самом букете. Но главное сделать так, чтобы они не портили вид самого букета. И теперь мишки более аккуратные, есть петелька, куда можно будет прицепить как брелочек, а сами эти петельки мы передадим индивидуально, отдельно от букета. Теперь каждого мишку мне нужно закрепить на шпажку. Если в вашей стране, я знаю, меня смотрят не только в России, но и в других странах, недопустимо крепить на шпажку, и у вас это по закону вообще не положено, то можете закрепить вот так вот за ножки, обернув проволокой. Это тоже вполне удобный такой вариант. Я же креплю на шпажке. Капаю небольшую капельку клея, и у меня шпажка не будет вылетать, и мишка будет держаться. Каждую мишку креплю вот так вот на шпажку. Пропускаю шпажку вдоль шва аккуратненько, капаю небольшую капельку клея, и вот так вот фиксируется каждая мишка. У меня многие просят именно на шпажках сделать букеты из игрушек, потому что таким образом гораздо легче достать самого мишку. Получаются вот такие мишки на шпажках. Теперь эти шпажки нам нужно будет укоротить. Они нам нужны будут совсем короткие. Длина шпажки максимум должна быть 5 сантиметров. Так я укорачиваю каждую шпажку у мишки, оставляя их короткими. Теперь беру каркас и этих мишек распределяю по кругу. Мне нужно равномерно расставить 5 мишек. Можем предварительно сначала продырявить основу при помощи обычной острой шпажки, потому что конец мы уже сами вступили. Конец мы отрезали сами ножницами, он не такой острый. Заготовить вот так вот отверстие и потом вставлять мишку. И получается сейчас вот такая основа. Теперь каждую мишку я вытаскиваю. Вниз капаю капельку клея и вставляю мишку обратно, так, чтобы мишка был зафиксирован. Закрепила всех. Теперь беру киндер-сюрприз, и киндер-сюрприз я буду распределять вот так вот между мишками. Не буду ничего придумывать, никакой лишней основы, просто наношу капельку клея в самый низ киндер-яйца и приклеиваю прямо к основе. И таким образом они у нас зафиксируются и будут держаться. Никакой специальной фиксации больше я не буду делать. Итак, все 5 яиц я приклеиваю между мишками. Главное не испачкать мишек клеем, очень аккуратно вставляем каждое яйцо. И вот сейчас получается вот так, осталось задекорировать серединку. Теперь я беру органзу, и из этой органзы я вырезаю кружочки, равные 6 сантиметров в диаметре. Мне нужно 6 таких кружочков. Я складываю органзу таким образом, делаю сначала из нее квадратики, а потом из этих квадратиков вырезаю кружочки. У меня получаются вот такие кружочки. И такие кружочки я делаю из органзы с глиттером и из обычной органзы. Далее я беру основу для шариков и сами конфетки. Теперь складываю простую органзу, сверху кладу органзу с блестками, на нее накладываю конфетку Рафаэлло. И на основу для шариков я наношу термоклей в круговую. И так я приклеиваю саму конфетку на эту основу. Получается вот такая конфетка на основе. Для того, чтобы эту конфетку было удобно вставлять в основу, в самый низ наношу термоклей и внутрь вставляю шпажку. И вот так вот у меня получается конфета на шпажке. Оставшиеся 4 конфеты креплю таким же образом. Прикрепила 5 конфет, теперь их откладываю в сторону и будем делать цветочек. В первую очередь я буду делать розочку из этой ленты. Конец фиксирую таким образом, сюда наношу термоклей и фиксирую его вот так вот немножко наискосок. И начинаю закручивать эту ленту. Формирую розочку. Местами фиксирую ленту серединой, просто периодически закручивая вот так вот ленту, мы делаем розу. Можно делать это при помощи ниток. Мне кажется, при помощи клея это гораздо быстрее, но вы можете сделать и нитками. Диаметр моей розы должен быть немножко больше основания для шариков, так чтобы эта розочка закрыла само основание для шариков.
И заканчиваю я тем, что полностью прячу всю ленточку под саму розу. Загибаю так, чтобы она спряталась полностью. И после этого конец отрезаю. Можно его также немножко приклеить в середку. Получается вот такая розочка. Ее я буду приклеивать на основу. Просто по самому верху основу наношу термоклей и приклеиваю к розочке. И так у меня розочка будет хорошо держаться на основе. И за счет этого мы будем делать весь остальной цветочек. Теперь я нарезаю ленту длиной 6 сантиметров. Мне нужно 6-7 таких ленточек. И из этих ленточек делаю петельки. Снизу с изнаночной стороны наношу термоклей и приклеиваю начало с концом. Делаю вот такие петельки для того, чтобы задекорировать нашу розу. Далее беру розу, и к этой розе я буду приклеивать эти петли. Наношу полоску термоклея и прям под розочку, так чтобы примерно на пол сантиметра ленточка выходила за края, я приклеиваю эти петельки. И у меня получается вот такой цветочек из ленты. Его я также зафиксировала на шпажку при помощи термоклея. И вот таким образом я его и буду вставлять в основу. Теперь я беру конфеты Рафаэлло и начинаю эти конфеты вставлять по кругу той основы, которая у нас есть. Каждую конфетку нужно зафиксировать на термоклей. Обязательная процедура для букетов. И теперь я снова беру букет. На самый краешек моего цветочка на шпажку я наношу термоклей. И этот цветок я вставляю туда в основу. Самое главное поставить его по самому центру. И вот такой букет у нас сверху получается. Его осталось задекорировать всего лишь бусинами и лентами. Но до того, как мы будем декорировать его сверху, я предлагаю сначала обернуть букет по краям. Теперь я беру гофрированную бумагу и оборачиваю гофрированной бумагой весь букет. Таким образом я определяю ширину бумаги, какая мне нужна для того, чтобы обернуть весь букет. Делаю на сантиметров 5 меньше, чем сам каркас. Ширина в моем случае получается 55 сантиметров. Теперь я беру и два края склеиваю друг с другом при помощи термоклея. Сверху я буду загибать на 1,5 деления гофры вовнутрь. Теперь определяю длину. Длина у меня как раз получается до того отрезка, где у меня отрезан небольшой кусок. Отрезаю лишнюю часть. Верхнюю часть 1,5 деления гофры, это 7,5 сантиметров, я загибаю вовнутрь и делаю валаны. Получается вот такой вот волнистый край. Теперь букет я вставляю внутрь этого каркаса. И здесь по краю мне нужно приклеивать его на термоклей. По самому краю наношу термоклей и приклеиваю бумагу немножко выше, чем сам каркас. Примерно на пол сантиметра или на сантиметр. И у меня получается вот такой вот край. Так в круговую полностью я обклеиваю каркас гофрированной бумагой. Сначала приклеиваю напротив, для того, чтобы уже точно распределить бумагу равномерно. А потом уже все оставшиеся части. Получается вот такой букет, и по краю у нас розовая гофрированная бумага декорирует букет, это создает еще более изысканный вид. Снизу я присбариваю гофрированную бумагу и обматываю лентой. Для этого можно взять абсолютно любую ленту, которая у вас есть. Просто для того, чтобы зафиксировать ручку и гофрированную бумагу. И для того, чтобы букет снаружи смотрелся более изысканно, я возьму еще гофрированную бумагу фиолетового цвета. Ею мы будем оборачивать букет пониже. Отрезаю отрезок шириной 42 сантиметра, а по длине примерно 5 сантиметров от края у нас оставалась розовая гофрированная бумага, а чтобы дальше была уже сиреневая. Смотрим, какой длины нам надо. И снизу ручку оставляем примерно 5 сантиметров такой же розовой. Вот такой отрезок нам нужен будет. Если вы хотите загнуть гофрированную бумагу вовнутрь, нужно будет отрезок побольше. У меня получилась высота сиреневой 25,5 сантиметров. Эту бумагу также складываю и вдоль края наношу термоклей. Склеиваю два края друг с другом. По самому верху его также растягиваю, чтобы получились красивые валаны.
немножко еще растягиваю вот так. И надеваю эту бумагу поверх розовой бумаги. Его я тоже перевязываю ленточкой. Получается, букетик у нас вот такой снаружи. И сверху мы сейчас задекорируем лентами. Теперь я беру ленту сиреневого цвета и отрезаю полоску, равную 18 сантиметров. Таких полосок нам нужно будет 5 штук сиреневого цвета и 5 штук розового цвета. Из этих ленточек я делаю удвоенные фунтики. Складываю его пополам и немножко поворачиваю наискосок, так что получилась небольшая галочка. Снизу с одной стороны наношу термоклей и к этому клею приклеиваю один конец. Потом точно так же приклеиваю с другой стороны. И середку я фиксирую тоже на термоклее. У меня получаются вот такие удвоенные фунтики. Делаю такие удвоенные фунтики со всеми ленточками. Этими лентами я декорирую букет по краю, приклеивая их на термоклей между мишками и киндер-сюрпризами. Теперь беру бусины и декорирую букет бусинами. В разных местах приклеиваю их к лентам, к органзе, так как хочется. Вот такой букет у нас получается. Осталось всего лишь перевязать его бантиком. Беру широкую ленту шириной 5 сантиметров. В одном месте можно зафиксировать на капельку клея, чтобы лента у нас уже не расходилась. И перевязываю, завязывая бантик. Ленту я подбирала специально такого цвета под цвет мишек. Сюда подойдет и бежевая лента, и розовая лента, какая у вас есть. Завязываю такой аккуратненький бантик и концы отрезаем. Для того, чтобы бантик был аккуратный, я его зафиксирую на термоклей. В таком положении, в каком мне бы хотелось, чтобы он был. Чтобы он не двигался, а был такой аккуратный, красивый. И вот такой бантик получается. Концы ленты обрабатываю зажигалкой, чтобы они не распускались. И все, наш с вами букет готов. Вот такой милый и симпатичный он получился. Вот такой миленький букетик мы с вами сделали своими руками. Очень верю, что он принесет радость кому-нибудь из ваших близких и обязательно доставит удовольствие вам в процессе его изготовления. Всего вам самого наилучшего. Пусть у вас все получается. Очень верю, что каждый мой мастер-класс приносит вам пользу и новые знания. Желаю вам никогда не останавливаться на том, что вы достигли. Всегда расти, совершенствоваться, познавать что-то новое, быть жадным на знания, которые вы получаете. И всего вам самого-самого наилучшего. С вами была Анна Тюмерова. До скорой встречи. Пока-пока.